Видение в книгу Зоар 41 или если бы свет его не распространился ко всем творениям и им не казалось, что он оплачется. Эти святые сферот, как бы творения, удостоились познать его, и как бы исполнился стих. Та-на-на, наполнение всей земли, есть слава его, есть слава его. Продолжение отрывка из книги Зоар. Недельное чтение по окончанию пункта 118, страница 61, цитируется стих Ешая 6. Прояснил я, ибо таким образом книга Зоар разъясняет желание Бога явить душам, будто в нем самом существуют те отличительные способности, что наблюдаются в сирот. И это делается для того, чтобы дать душам возможность познать и постичь его. Ибо таким образом книга Зоар разъясняет желание Бога явить душам, будто в нем самом существуют те отличительные способности, что наблюдаются в сферот. И это делается для того, чтобы дать душам возможность познать и постичь его в достаточной мере. Ибо тогда исполнится стих наполнение всей земли. Есть слава его. Исполнится наполнение всей земли. Есть слава его. То есть произойдет то, о чем мы говорили выше в пункте 33. Посмотри, послушай, что там написано. Видение в книгу Зоар 41. И если бы свет его не распространился ко всем творениям, и им не казалось, что он облачился в эти святые сферот, как бы творения удостоились познать его, и как бы исполнился стих Танаха, наполнение всей земли, есть слава его. Продолжение отрывка из книги Зоар. Недельное чтение по окончании пункта 218, страница 61, цитируется стих Ехая у шести. Пояснение. Ибо таким образом не казалось,
разъясняет желание пока. Я в душем в этом нем самом существуют те отличительные особенности, что наблюдаются в свинот. И это делается для того, чтобы дать душам возможность познать и постичь его в достаточной мере. Ибо тогда исполнится стиль данного наполнение всей земли. Есть слава его, то есть произойдет то, о чем мы говорили выше. В пункте 33 посмотри, что там написано.